Привет, привет, всем доброго дня. На улице вообще просто кайф. Смотрите. Снежочек падает, так круто вообще. Офигенский, вот видно, классно, супер. Да, Вовочка? Чего Вовочка надо сказать? Я, конечно, получше ТНТ буду. Ладно, короче, я думаю, пришло время в том, что... Давай садись. Даня, а что ты не одеваешь, не одеваешь эту шапку? Сейчас на улице выйдем. Там большая, блин. Ой, блин, опять все датчики замело. Замело. Поехали, съездим до библиотеки. Мне нужно распечатать там пару документов. Прописать и отправить. Книжки почитаю. Ну. Блин, все датчики замело. Вообще. Сейчас будет пищать. Итак, прогуляемся немножко. Сегодня на улице 8 градусов, вообще классно, просто супер. Погода вообще огонь. Снежочек, так прикольно. Завтра уже 1 марта, офигеть, да? 1 марта, уже первый день весны. А зима и не собирается уходить. Когда выезжаем-то? Краснодар. Я не знаю, когда. Сегодня ночью, наверное, или что? Возможно. Либо сегодня ночью, либо завтра с утра. Ну, снег идет, смотри, там по-любому тоже это. Мусоровоз. Так, ну вот подъезжаем к библиотеке. Библиотека имени Пушкина. Раньше, когда не было интернета, не было компьютеров, ну, у кого-то он был, но у меня не было. Я сюда приезжала, рефераты писала. Со школы приедешь, пишешь, пишешь. Так, иди распечатывай, я пока развернусь. Так, маску взять. Даже негде документы распечатать, если что. Приходится вот сюда ездить. Вчера зашла в Кировский. Там уже закрыта эта точка. Еще почему-то уже закрыли. На 6, 7, 8 марта библиотека не работает. Праздничные дни. Тут компьютерный зал. Можно прийти, посидеть за компьютером. У кого нет возможности дома. Там есть два читательских зала. А, мы же в прошлом году... Нет, не в прошлом году. В прошлом году же это пандемия, и все отменилось. Позапрошлым ходили... Ой, позапрошлом году ходили на этот тотальный диктант. Все, сходила, распечатала. Вот эти три листочка. Капец, 3 дня не могла распечатать. Все. Никак не получалось. Солнце вообще классно, еще раз. Не устаю повторять. Прям супер. 13 градусов показывает. Сели машину, было 8 градусов. Что к чему? Ну, примерно. Ну, Нет, а что ты? О. Я думала, ты прямо поедешь. А что, а там куда надо было сказать что-то? Давай так вот едем. Поехали, это где? Как это называется? Каменный пик? Ну, а? Да-да-да. Так я хочу где-нибудь сначала взять попить. Здесь уже негде. Блин, сейчас будет пищать. Там у нас часовня Невского. Там Юность, ДК. Центр города. О, вот здесь мотогонки проходят. Мототрассы здесь, видите, там даже эти сидушки красненькие. Данил, а почему Вова твой мотоцикл называет газонокосилка? Я у него тоже спрашиваю, а почему, у Данила тоже газонокосилка? Да, говорит, у Данила, получше, говорит, тоже газонокосилка. Он его вообще называл
спасибо. Газонокосилка. Ну ладно, ну ладно, хоть получше, но все равно газонокосилка. Еще разбирается в мотоциклах. Так надо же принизил, да? Газонокосилка. Отель Топаз. Здание ОВО. Авошники там. Росгвардия или Нацгвардия, как они сейчас по-новому? Росгвардия. Завод. Слушай, там заметено же или нет? Не знаю. Вот здесь рум. Тут получается прокат лыж. Всякое такое место. Что? А мы в магазин сначала? Нет. Сначала сюда вот. Ну, я тоже хочу. А куда мы? Ну, так прогуляемся. Ну. Там камень любви. Сейчас засниму его. Там, кстати, еще и этот пруд же. Не пруд, а речка. Не, это... А, родник имеешь? А, родник, да. Ну, там родник есть. О, слушай, а мы обратно-то поднимемся потом? Да что не поднимемся? Главное, не утонули, чтобы. Капец. Да блин, что-то нафиг как-то. Сейчас назад-то даже не выехать, если что. Вот задний-то не включи сейчас. Ну, на Opel мы бы сели, наверное. Ну, да. Все заметено, завалено снегом. Здесь, конечно, никто убирать не будет. Что-то как-то вообще... Вот зря, мне кажется, дернули сюда. Плохая идея была. Слушай, наверное, это давай разворачиваться здесь. Можешь? Дай-ка я скажу. Короче, мы не поедем, скорее всего. Нет, мы не поедем. Вот так вот захочешь прогуляться, и фиг тебе. Фиг приедешь. Проедешь. Ну, что скажешь? Нормально там? Нормально? Да. Проедем? Съездим. Ну, смотри. Если что, это не я придумала. А? Ладно, обратно поедем за этим. Ладно. Блин, или что? Слушай, я не знаю. Классно, да? Классно. Ох. Там еще не разъехаться. Ну-ка. Ну, считай, там маленькая машина проехала. Ну. Мы очкуем, считай, 4 ведущие у нас. Сейчас я у него спрошу. Так а что ты не пропускаешь его? Он проедет? Слушай, что я проеду там, нет? Ну, я и удивляюсь. Нормально, без проблем. Там сейчас только Нивы съезжают, эти шевики. Ну. Да, я тоже думал, не поднимусь, если бы не поднимусь, обратно. Нет, нормально, ехал. Да. Ну, ладно, короче, спасибо. Короче, проедем, значит. Да уж. Классно, да? Березки. Сосенки. Ну, люди машину оставили, наверное, пешком спустились. Кстати, тоже неплохая идея пешком прогуляться. Конечно. Мы все гуляем в машине. Сидя гуляем. За привычка такая. И детей тоже приучаем сидеть гулять в машине.
Вот взять бы лыжи вообще по-хорошему там наверху. И прогуляться, спуститься вниз на лыжах. Слушай, тут даже этой нету. Лыжней. Да не обязательно лыжню. Да по-любому там есть в лесу это. Что думаешь, они рядом с дорогой лыжня, что ли? Вон она, кстати. Мы все с Данилом собирались на богатырек, да, Данил? Ну, а завтра уже весна. Но пипец, блин, а что ты, Данил, реально молчишь-то? Я сам уже забыл. Вон снеговики вот впереди. Где? Вон они. Ну, потом на обратном пути. Вот люди классно, гуляют, да? Снеговиков делают. Ну, здесь дорога-то вообще нормальная. Ну. Но... запарило. Пикот, пикот. Да, мы здесь давно не были. Кормушка. Да, смотри, вот эта штучка. Смотри. Угу. Раз, нажали. Оп. Сразу же раз. А? Что это значит кнопка? Ну, сразу же сама держит. 5-4 километров и потихонечку сама спускается. А, это для спуска, да? Да, да, да. А это, например, для подъема. А она как действует? Ну, так же в горку поднимаешься, например, и... Вон на тюбинках катается. Короче, чисто по горам ездить вот эти кнопки. Ехать не доехать просто. Да. Вот я сейчас, смотри, эту кнопку отпускаю, у меня нога, видишь, не на педали. Угу. Вот сейчас я ее отпускаю, смотри. А как вот? Оп. Все, она покатилась сама. Машина катается прям на дорогу. Слушайте, а где беседка эта? Помните, беседка была здесь? Но. А где она? Я не помню. Фига себе, она же нормальная такая была. Ну, не говори. Бревенчатая даже. А, вон она стоит. Она стоит, да? Вон он, этот камень любви. Пойдемте прогуляемся. Вот она, эта беседка. Я что-то ее вообще не видела. Думала, она здесь ближе находится к дороге. Ох. Что, они идут? Нет? Вова-то не идет? Вова не хочет. Вова не идет. Данька. Блин, классно, да, в лицо? Угу. Так Вова что не идет? Он сам с краны пойдет? Он просто приволчил. Пусть там сидит. Почему? Ты идешь, Вова? А чё ты? А здесь магазин есть? Нету здесь магазинов. Мам, давай в магазин заедем. Заедем, заедем. Пойдем прогуляемся. Классно, да? Не хочет. Вот ребенок. Вот там родник. Сейчас подойду, покажу. Блин, еще на улице кайфово. Просто кайф. Вот нифига по речке ходит. Вообще все снежно, все бело. Все просто круто. Реально. Раньше, помнишь, здесь кружка была где-то? Угу. Приходили и пили воду здесь. А мы здесь реально 5 не были, да? Больше. Больше уже? Мне кажется, с Вовкой мы не были здесь ни разу. Офигеть. Не были же? Да. Ну, мы 6 уже. Мясо жарили. Угу. Помнишь, да? На-ка, подержи. Постараюсь. Вон там на скалах лазили раньше.
Да, вон на той, на верхней скале лазили. Вон на тех скалах лазили, вон. А вон там что? Да, да, да. Там квадрат такой, да? Да. А-а-а. Мы же реально вообще все облазили здесь. Ты, Данил, тоже с нами ходил, да? Да, конечно. Ты был маленький еще, да? Угу. У меня еще была такая кепка, помнишь, такая голубая? И там звездочки были. Но... Я в ней все время ходил. А, мы же это, с Челябинска к нам родственники приезжали, с ними же их, да? Там даже где-то это, ели курицу, да, у нас курицу брали. А, мы там, да, гриль, курицу брали. Прямо и там, это, на скалах наверху ели. Офигеть, а вот почему мы сейчас так не гуляем? А? Почему, Эльвинка? Скажи мне ты. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром. Ну все, погуляли, пошли в машину. Да, да, камни еще стоит. Хватит. Ничего, спрашиваем, почему мы не гуляем? Хватит. Погуляли. Что-то холодно. Пойдем, я покажу место, где мы мясо жарим. Вот за этими березками. Помнишь? Угу. Ну, так там уже столик поставили. Вот снеговики. Пошли до камня сходим. А? До камня сходим. До какого? Вон до того, до камня любви. Там тоже жарили. Ну, в основном вот здесь мы жарили. Мы и там сидели раньше. Я просто помню, у воды сидели. Прямо на самом берегу. Гриль возьмем, лепешку фокаччо возьмем, кваса. И ели на природе. Такой снег прям белоснежный. Классно. Да, вот здесь постоянно сидели. Признавались в любви, да? Вон там есть цветочки даже. Ага. Дарили, это, делали предложение. Любите и цените счастье, оно рождается в семье, что может быть ее дороже на нашей каменской земле. О, какие слова. Деревья. Классные слова, да? Угу. Вот Данил своей девушке предложение сделает здесь. Понял? Скнеки сюда. А что так низко? Это так много снега, что ли, у нас на него? Не, ну, привезешь ее сюда и сделаешь предложение здесь. Ой, беседка. Ой. Хорошо, хоть этот мусорный бак поставили. Раньше его не было. Только не знаю, как часто его вывозят полностью. Нет, так-то... Да, с... да. Это так много снега намело, да? Получается. Там скамейку вообще не видно. Ну. Скамейку видно где? Ну, вон там. Да, там но... сидушки не увидели. Здесь раньше сидели, помнишь, тоже? Угу. Чем мы здесь сосиски все время жарили? Ну. Любили сосиски жарить. Мангальчик. Мангальчик, все дела. Офигеть. Ой, ладно, все, идемте. Все, нагулялись, да? Все, погуляли и хватит. Достаточно. Долго, дольше ехали. Вон люди по речке гуляют. А пойдем до скал прогуляемся тоже. Я замерзла уже. А? Я замерзла. Я бы сказал.
Я бы тоже. Ну ладно, если мама замерзла. Сходите. А? Сходите. Ладно, в следующий раз. Такие лентяи вообще. Один вообще в магазин поехал, ему нафиг ничего не надо. Все, короче, нагулялись. 5 минут погуляли, все достаточно. Все, хватит. Сколько можно? А мы домой, что ли? Не знаю, сейчас еще можно съездить. Сейчас в магазин ты живого хотел. Ну. Попить что-нибудь, да? Это классно. Снежочек. Надо было потеплее одеться. Да, потеплее так. Одеться, а ты вообще опять в футболке гоняет. Я тоже в одних штанках. Короче, холодновато. Считай, прикинь, мы сейчас уедем, приедем, то ведь все, уже снега не будет, скорее всего. Да. Кстати, уж поедете к моему. А? Может, поедете к моему дню? Ну, надо. По-любому. Через месяц день рождения. Ну. 28 марта. Офигеть, зима прошла опять. Вот так и жизнь проходит. Вот сейчас, Данил, вот эту, на подъеме, например, вот эту кнопку нажимаешь. Да. Вот эту, вот она, рядом, понял? Когда поднимаешься на спуск, там и это... картинки видно. Понял, да? Так и жизнь проходит. И она зима. Уже идет совсем по-другому. Весна, лето. Что нас качает? Да. Ну, вот, кстати, вот, да, вообще не страшно, прям. Дай бог уверенно идет. Конечно. Мы на маршрута съездили. Вообще ведь нормально зашли. Но, кстати, давай поехали туда. Даже не напряглись. А, вы на марше ездили? Но... Ну, мы так поснимали. Поснимали. Ну, мы поснимали, съездили. И что, вообще нормально поднялись? Да. Вообще без проблем. Пап, а помнишь, как мы на Чеге поднимались? Как? Мы там что-то с Таней поехали со всеми. В итоге мы не могли заехать. Мы там раз 7-8 пытались заехать. Да? На Черри? Да. Черри Тига, да? Маленькая машина-то. Ты заезжал, а мы еще стояли и толкали ее. Вот так вот. Офигеть. Буксовали, да? Как красиво с машины сидеть, смотреть, восхищаться. Вот и погуляли, вот и славненько. Ну так, ребятки, гулять надо. Потом вообще телевизор смотреть на природу. Ну, а кто-то же реально вот сейчас смотрит, вот с нами погуляли, наши подписчики. Да-да, многие на юге живут, там вообще снега нет. Ох, ты угадай себе. Хоть на снег наш посмотрите, красивый. Ага. Что-то как-то мне не нравится эта дорога. Нет, нормально. Что-то так болтает, штормит прям. Ну так таскает, понятно, во все стороны. Ой, нифига себе. Поехали там на три пещеры, эти скалы тоже покажем. Ты показывал эти скалы, кстати? Нет. Сосновый бор, что ли? Ну. Мы же там по темноте были. А, ну мы там по темноте. Поехали. Вчера видео снимала, и комменты отключены, видимо, из-за детей, я поняла. То, что детей много. Автоматически отключились комментарии. Ой, ну детей там реально много было. Это вообще жесть. Драка. Дерутся. Было. Футбол играют, они такие мелкие. Ну. Там еще вот такой деловой пришел. Там сразу же подключил зарядку, наушники и начал прям сидеть на своем телефоне. А, ты видео смотрел, да? Мне рассказывали. Ну и сами посмотрели еще. Кто тебе рассказывал? Ну кто еще? Таня здесь.
А я, слушай, этого даже не это снимала, даже не заметила. Но он как деловой, он же пошел в пакетик, сложил телефончик, наушники, зарядку. Все как положено у него. Домой собрались, так он все сложил, ничего не забыл. Ага. Ничего не забыл. Че там? Че там? Все, поехали. Пока не стемнело, сейчас туда быстренько. Ну, смотаемся. Потом магазин попить возьмем. Так. Вот еще здесь типа такой танцпол. Вот здесь типа трон такой для диджея. Да, вы, Витька. Идем, где у нас мама? Вот детская игровая площадка. Здесь, кстати, можно тоже в батик сходить. Бассейн. Что, пойдем до Белочки сходим? Тоже приехали в лес. В другой уже прогуляться. Вот здесь, кстати, бассейн, куда мы ходим. Угу. А, басик. Вы сюда бассейн сходили? Да. Басик? А мы когда ходили, помнишь? Втроем? Куда? В этот же бассейн. Сюда? Вот. Три, да, пещеры? Ага. Вот смотри, Данил. Че? Вот в это, в лесополосу заехали, как бы уже типа темно. Сами фары включились. Видимо, да? Смотри, это стало темная панель. А? Темная панель стала. Потемнело сразу, да? Да. Вот так вот. Тут такой огромный камень сейчас будет. Ой, такой валун. Да. Ну их тут много. Вон он стоит. А здесь еще белочки же. Надо было семечки купить. Белочек показали. Да, здесь бы. Белочка где-то есть. Мне кажется, мы еще не найдем. Это что за башня? Башня? Она в три пещеры. Сосновый бор, Вовчик. Три пещеры проехали. Классно, да, сделан? Здание из камней. Вообще прикольно. Я не знаю, что там внутри, мне кажется, оно больше такое, как декоративное, наверное, сооружение. Мам, ну что, будем заходить? Пойдем прогуляемся. Там белочек посмотрим, пойдем. Мам, давай, выходи. Мам, да. Будешь смотреть, что дома? Посмотрим. А? Пошли, пойдем. Окей, лавки. Классно. Вот это я люблю. Дома. Конечно. Давай. Все, а пойдем. Пойдем прогуляемся просто. Пойдем сначала там посмотрим на скалы.
Ага. Ну. Ой, слушай. Лет 10, наверное, назад. Лет 10? А сколько? Ну, Вовки не было. Вовки же не было? Не было. Смотри, мы тогда приходили, я сидел в витрине в красной куртке, которая у меня сейчас дома лежит. Я ее носил год назад. Да нет, Вовы не было, если точно. Нет, кого никогда не было. Это 12 или 13 год. Как, на, по фоткам посмотри. А, ты про нее говоришь? Года три назад, ну. Три? Я думал, ты про Настю эту, которую у папы сестра. Нет. Мы же просто год три назад посидели, а сюда ездили. Просто от этого я не видел, что... Классно, да? Кстати, ты помнишь, я отсюда упал? Да, да, да. Помню. Я такой... Стоял, танцевал. Сними меня, типа я упал. Да, да. Реально упал. А, кстати, где это видео-то? Вот этого забора не было? Да? Был. Ты через него перелез. Да? Да. Ты что-то... Вот где-то здесь же, вон там стоял, да. Вот здесь, на углу я стоял. Ты сначала докачался и упал. Ну и реально улетел. Да. Мы ждем, когда ты вылезешь. И, короче, вниз лечу. И это, снизу вижу, там, это, береза там снизу растет. Я на нее раз через ветки, короче, меня всего вниз, короче, бах, упал. И, блин, и думаю, блин, и дыхание перехватило, и весь вообще избитый. И кричу, львинка! Помнишь, да? Не, мы тебя не слушали. А мы ржем такие. Ну, типа, я пошутил, а я реально там, это... Что-то так долго его нету, но... Ну, а потом мне зашивали задницу. Порвал, бля. Не саму задницу, а это... Да ладно. На суп налетел. Вовка, пойдемте. Где ты видел? Интересно. Я не знаю, снимали же, но... А давай я опять потанцую так же. Ну давай, точно. Блин, ну уже страшно. Ну-ка дай, дай. Я это... Вот. Телефон не уронил. Подожди. Короче, ну здесь вообще не передать. Я не знаю, ну как-то... Нет, только на ту сторону упал. Я понимаю. Не, я просто высоту хочу показать. А что, если реально это, подойти поближе? Высоту показать. Да, тогда и держать будет. Ничего еще. Пошлите вам это. Копни снимать. Ладно, пойдем. Не будем рисковать. Готово, второй раз будут зашивать. Ну красиво, красиво вообще спора нету. Вот мы приезжаем сюда, иногда отдыхаем. Раньше фотографировались вот около этого. Сена, помнишь? Втроем. Но, да, да, да. На эти фотографии. Данил еще маленький был, да? Да. На, реально повторить это как-нибудь. Мы тогда еще фотоаппарат только-только купили, и мы да. Фоткались. А у Витьки тогда не было. Даже в проекте. Пойдем до этого домика того сходим. Да, ну, а? Зачем? Туда и не прийти, а нет прийти. Пойдем дальше. Где пройти? Вот так вот можно, да? Белочка. А, вон через этот. Он все равно закрытый. Не всегда закрытый. Да хоть покажем его, что ты. Здесь осторожнее лесенки, то есть ступеньки могут быть скользкие. Блин, вот если бы я знал, что это, что мы пойдем гулять так, надо было и потеплее одеться. Здесь можно отметить любое мероприятие, любой там день рождения, свадьбы, юбилеи, как бы это не реклама, это совет. Здесь вообще страшно.
Ты покажи, какой спуск, не спуск, а какой срыв. А, так пойдем туда, вот я оттуда покажу лучше. Здесь, да, но спуск такой. Прикол. Все-таки это... Опа, классно жить меня в Каменске. Остаемся в Каменске. Это я? Давай сфоткаем. Давай, Вова. Или просто фоткаем. Грибочек такой. Вот здесь белочка обычно. Или, короче, вот где-то здесь. Видел, видел, Вова, я уже вон снял грибы. Вот здесь еще они. Не знаю. Вот домик у нее. Опа. Кормушка такая. Вот. Чё молчите? Белку смотрю. Ага. И где она? Не знаю, нету. Ну ищи. Вова, кричи ее. Вова, кричи. Наоборот, испугается. Конечно, все правильно. Я говорю, надо было семечками. Ну, хотя они же на запах не идут. Вовичка, а? Не хочешь потанцевать? Ладно. Поехали, нет, да? Пойдем. Опять погуляли. А это что за палки такие? Для чего они? Вот эти две. Мам, ну что, да давай наверх идут. Собирать. Давай. Там наверху какие-то крючки у них. Для чего, интересно? А, типа вилки наверху. Ну классно, вообще подышать свежим воздухом. Прям вообще супер. А им что, рисовали? Супер-пупер. Камешки такие красивые. Куда, туда? Пойдем. Камни здоровые такие, прям огромные. Вечером интересно, фонари горят здесь вот эти, нет? Ну мы тогда приезжали, ничего не горело. Нет. Ну если домик снять вот чисто на свадьбу там или юбилей, я думаю, все включат. Ну один домик здесь, я не знаю, сколько у него примерно стоит? 30. Сутки 30, да? Ну неплохо вот в таком, прикинь, вот на пару дней там с гостями заехали. Ну 60 тысяч. Ну. А если в месяц? Что, 30? 900 тысяч? 6 миллион? Ну. Там не зайти в
видишь, все закрыто. Вот такие есть в Каменск-Уральском красивые места. Да? Что говоришь? Это что, видео? Что? Что такое?